Для изготовления призм нам потребуется 16-й выпуск волшебных граней. Находим нужный лист, отделяем развертку призмы от листа. В местах, обозначенных красными линиями, сгибаем наружу. В местах, обозначенных синими линиями, сгибаем вовнутрь. Для этого удобнее всего развертку перевернуть. Сначала склеиваем развертку по центру. Затем приклеиваем каждое основание призмы. Основание удобнее приклеивать постепенно, по одному ребру.